Если вообразить себе, что где-то есть такой мир, где есть бордо, то жизнь ежедневные приключения выглядела бы так, как в нашей сказке. В мире тейквондо все общаются только с режимами тейквондо. У них тоже такой язык, и поэтому нет ничего необычного в том, что двое друзей, Саша и Паша, зарежут один своих друзей в другой город, на недолго выкладывают гигантское количество приключений. И вот, лето, каникулы, и веселые друзья вышли из дома. Чтобы сократить длинную дорогу друзьям, они решили пройти через лес. В это время в лесу отдыхали дровосеки после долгой и тяжелой работы. Увидев ребят, она решила подозреть несколько приемов, чтобы так им было не страшно идти в лес. Усвоив их урок, дети пошли дальше. И наткнулись на двух спортивных зайчиков. И зайчики показали им удары руками. Поблагодарив зайчиков, они продолжили свой путь. Неожиданно из-за деревьев вышли волки, и начался бой. Все выступят, все три команды, да?